дорогие гости канала. Друзья, сегодня у нас 11 апреля. Вот, посмотрите, разломала фонтанчик я. Сейчас я буду заниматься ремонтом. Я не буду показывать, как я это буду делать. Я просто расскажу. Вот сейчас, что я сделала. Я убрала кирпичи, которые были здесь. Все вынесли, выкинули, как говорится. Чуть-чуть посыпала внизу песочком. Там у меня камень под низом. Чуть-чуть посыпала. Вот. Все это я выложу вокруг камнем. Также отремонтирую вот это все. Так, дальше. В общем, отремонтирую вот эти. Сделаю, покрашу статуэтку. Но я фонтанчик хочу переделать. Пока, друзья, сама не знаю, что из этого получится. Ну, вот как сделаю, я вам все покажу. Ну вот, сначала вот таким образом у меня, как видите. А что получится, я вам потом покажу. Так, друзья, первую часть фонтанчика я, можно сказать, сделала. То есть я отремонтировала сам бассейн, в котором вода находится. Теперь я начну ложить вот этот круг большой вокруг фонтана. Значит, что здесь сделано было? Так, раствор у меня. 2,5 песку цемент, песку, ведра, 2,5 ведра песку и ведро цемента размешивается. И вот таким образом камушек ложится на этот растворчик. Так, ну это ж только черновая работа вся. Значит, что я решила переделать здесь? Я решила переделать, хочу цветок, чтобы у меня тут стоял вот таким образом. Так, дальше будет все показываться, что будет делаться дальше. Сейчас я начну сверху. Почему сверху? Потому что выравнивать буду. Ложить буду ряд и буду выравнивать, потому что у меня здесь вниз идет. Надо выравнивать мне, чтобы было ровненько. Ровненький полукруг, никак не уходил он в сторону. Раствор вот я замешиваю сейчас. Вот так растворчик у меня замешивается. Значит, ну, показать плохо, потому что и делать, и замешивать это все плохо. Вот я мешаю раствор. Вот так, понемножку. Много не замешиваю, потому что не сох он у меня без толку. Вот так размешал. Сначала сухой размешиваю раствор, потом домешиваю уже с водой. Доливаю и водой домешиваю. Вот эту часть раствора я выработаю. Потом еще замешу. И так потихоньку, полегоньку будет все это делаться. Вот растворчик готов. Сейчас буду ложить. И буду ложить, улаживать сюда. Песочек я немножко водой пролила. Теперь буду ложить камушки. Таким образом. И дальше. Между ними растворчик. Вот так. И так пойдет до конца ряда. Но только будет потом немножко по уровню, чтобы все-таки было ровненько. Ну, друзья, как сделаю, я покажу. Так, друзья, нижний ряд я положила, ну, скажем так, забутила, потому что там была ямка. Это как забутила все равно. Теперь мне надо начинать второй ряд. Второй ряд, конечно, нужно вылаживать более ровненько, потому что, ну, это как бы лицевой ряд. Вот, ну, и так, друзья, я приступлю к работе дальше. Друзья, вечер. Посмотрите, вот, я все обложила. Да, получилось не совсем ровно, как, ну, камень такой. А резать нечем. И, да не то, что нечем, я не собиралась. Я как получилось, так получилось. Значит, вот так получилось. Вот таким образом. Уже вечер, сейчас дождь у нас начинается. Надо все это накрыть. Друзья, но это не все. Если вы хотите узнать, что будет дальше, оставайтесь со мной на канале. Вот так, друзья, я докончила свой фонтанчик. Вот посмотрите, что получилось у меня. Вот такое вот дело. Здесь я тоже вот заборчик поставила. Как видите.
Такой фонтанчик. Ну, включать пока еще не буду, потому что надо еще, чтобы постояло, посохло все это дело. Ну вот, теперь я все сделала с фонтаном. В следующий раз покажу, как я хочу сделать ящичек еще для цветов. Так что заходите, если вам интересно. Вот хочу показать, друзья, как зацвел у меня, зацветает у меня морозник. Вот какая красота. Вот, посмотрите. Вот такое дело. На этом, пожалуй, я видео свое заканчиваю. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Заходите на канал. Подписывайтесь. Комментируйте. На этом, друзья, до свидания. Всего вам доброго. Удачи на даче. Здоровья и всего самого наилучшего. А с вами была Валентина.